Компания «Алмазы Анабара» и Министерство природы подписали соглашение о реализации природоохранных мер на следующий год. На эти цели одна из самых крупных компаний Якутии выделила инвестиции на 300 миллионов рублей. Соглашение о взаимодействии с компанией подписано в рамках выполнения мероприятий по проведению в следующем году в России «Года экологии». В соответствии с документом компания продолжит работу по экологической просветительской деятельности, продолжится вывоз металлолома из просторов Арктики и другие работы. Мероприятия по этой программе достаточно обширны. Они начинаются с работ по просветительской деятельности. Мы прежде всего имеем в виду просвещение наших детей, нашей молодежи, тех людей, которые живут в ЛУСах, в зоне действия, в которой мы работаем. Вот. Ну, это также мероприятие по очистке Арктики. Вот мы каждый год предусматриваем мероприятия по вывозу металлолома из арктической зоны. Как известно, это достаточно засоренная в советский период времени территория. Ну и много-много других соответствующих мероприятий. Это и проектные работы, научно-исследовательские работы. Ну, целый широкий спектр. Вот для того, чтобы скоординировать наши планы с общереспубликанскими планами, как известно, такой общереспубликанский план существует, мы договорились подписать соответствующее соглашение с Министерством охраны природы.